Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Ежедневные награды за Лигу Самураев 2 звезды я забираю. Так, 65 долларов и 12 всего монет. Чё так мало-то? Ладно, так, забегаем быстренько с вами в магазин и открываем бесплатную колоду. Так, я понимаю, мне опять никого не дают. Опять только доллары, да? 5 штук. Что-то они взяли в последнее время в моду подкидывать мне только баксы. Так, посмотрим теперь, знаете что? В предметы забегаем. Так, здесь у нас все куплено, да? То есть нам не нужен ни крысиный король, ни нейтрализатор. Так, по жетонам. Ага, 108, это хорошо. Значит, мы с вами сейчас приобретаем еще 10 золотых осколков. Или же, погоди секунду, погоди-ка. Давай-ка мы кое-что здесь глянем. Мы можем с вами даже немножечко прикупить ДНК. Нет, все-таки я буду брать осколки. Соблазн, конечно, велик очень, но мне нужны осколки. Так, приобрели 263 золотых осколка. Отлично. Так, что у нас по жетонам? 265. Ну, как вы понимаете, мы пока ничего не сможем здесь приобрести. Слишком дорого все стоит. 610 это минимум нам нужно. Ладно. Так, по заданиям глянем, что у нас. Так, поднять уровень персонажа и сразиться в 10 и в 3 сложных боях. Так, это мы сейчас быстренько с вами сделаем, как обычно, да? И нам нужно прокачать скилл у железной головы, который называется антивирус. Нам не хватает всего лишь 4 наушника. Отлично, давай-ка попробуем быстренько это дело собрать и проапать, в конце концов. Уже одни получили. Так, сейчас будут мне мозги компенсировать, да? Как обычно. Ну вот, началось. Так, нам нужно еще 3 наушника получить, чтобы прапать. Опять они со своей зеленой колбой, ну, издеваются. Вот это натуральное издевательство, это по-другому не назвать. Ну давай, да. Короче, достали. Давай здесь попробуем. Ага, здесь будет, по-моему, получше. Да что ж ты будешь делать. Так, мне еще 2 наушников нужно. Ну что, вот специально так делаете, я не пойму я. Вот, отлично. И последний, дайте мне, пожалуйста. Я просто телепорты трачу в никуда, друзья мои, понимаете? Каждая неудачная попытка у меня отнимает один телепорт. Да что ты будешь, какой-то комикс вылазит, а? Так, друзья, точно мне не хватает? Да, одного не хватает, блин. Давай попробуем, может здесь все-таки удача улыбнется. Какой-то журнал все время выпадает, а? Вот они, наконец-то. У меня всего 8 штук осталось. Ха, друзья мои, вот так вот. Ладно, улучшаем. Ну что же, я могу сказать вам одно, что у железной головы у нас все скиллы прокачаны до 6 ступени. То есть выше, чтобы прокачать, нам нужны будут вот эти вот осколки, да? Вот эти вот элементы, которые мы никак с вами не можем заработать. И следующий тогда у нас получается будет Зэк. А у Зэка вроде бы все прокачано, да? Ага, нет, не все. Вот не прокачан лазерный томагавк и полный заряд. Ты посмотри, сколько здесь нужно всего, чтобы проапать на 5-ю ступень. Здесь тоже, кстати, не меньше. Ладно, у нас времени с вами предостаточно. Будем потихонечку с вами апать. Собирать, и все у нас будет хорошо. Так, здесь мы забираем с вами реворд. И поднять нам нужно уровень персонажа. Да, у нас 17 тысяч ДНК. Ну и кто же этот красавчик у нас будет, а, друзья? Наверное, все-таки это будет на Усаги, да? Да, именно он, 71 уровень получает. Вот про этот, друзья мои, я вам скилл говорил, что он не прокачан. Гнев Ронина, первая ступень. Кстати, его вполне реально прокачать в ближайшее время. Хотя бы до второй, третьей ступени. Может быть, мы, кстати, этим и займемся. Ну что же, начинаем, как обычно, с вами по стандарту с арены. Да, и сегодня мы будем проходить полностью девичья сила испытания. Но я думаю, никаких проблем у нас с этим не возникнет, да? Обычно мы все с вами здесь проходим. Но это все зависит от того, кого нам дадут. Ну-ка глянем. Да, друзья мои, оплошность получается, знаешь почему? Потому что нам выдали только одного зэка 77 уровня. А, нет, я ошибался. Ошибался, друзья мои. Видите, как они сделали? Они всех девчонок вынесли вперед, а вся имба моя вот здесь вот стояла. Поэтому все хорошо, все у нас будет с вами отлично. Пройдем мы, судя по всему, полностью девичью силу.
Так, ну, начинаем, как обычно, с арены. Мне нужно подниматься, повышаться. Так, Лига самураев, 2 звезды, ранг 81. Слушай, нам придется с вами долго подниматься. Так, Джоуи. Кто тут у нас? Джонни и Андрей. Так, я думаю, что мы возьмем Андрюху. 38-41 уровень здесь максимальный, поэтому для нас это очень хорошо. Я начну, наверное, с 40-х уровней, да? Но буду это делать, знаете как? Буду это делать даже... Да хотя, в принципе, какая разница? Давай через Лео. Кто-то говорил мне, да, Рэй, когда ты, типа, дерешься, бери одного Леонардо, потому что он бомбит их всех. Друзья мои, я уже не один раз вам объяснял, что если я возьму одного Леонардо, то зачисление кубков и бонусов мне будет идти только на одного персонажа. Когда у меня работает вся команда, то, соответственно, на всю команду, вот, вы видите, да? Плюс 17, плюс 17, плюс 17 и так далее. Если бы я выиграл одним Леонардо, я получил бы просто плюс 17. Остальные бы очки просто прогорели. Вот и все. Так что, друзья мои, мотайте себе на ус. Так, ну что же. Дальше у нас что там будет? Кристина, Ясер и Александр. Ну давай возьмем Александра, так уж и быть. Лео, извини, тебя придется опять взять, потому что мы будем с тобой отыгрывать слабых моих персонажей, хотя бы до 45-х, а потом уже будем своими силами справляться. И я думаю, что у нас это все получится. Единственное, что вот у меня персонажи по уровню там может быть и 45-й, и 50-й, да, но прокачки скиллов у них, к сожалению, нету. И они ватные. Этот пример вам Джастин, да, тот же самый Крысиный Король и так далее. Они вроде бы по уровню ого-го, а на деле, по факту, слабаки. Так, ну что, скоро мы с вами заберемся в самурай 3 звезды, это однозначно. Мы уже на 40-й позиции. Так, Майкл, Кин и Стелла. Возьмем мы с вами, скорее всего, Кина, потому что он слабее всех. И вот здесь, я, наверное, уже думаю, мы своими силенками справимся. Ну, по крайней мере, нам не надо будет откатывать Леонардо. Вот такая у нас комбинация получается, да, из наших персонажей. Тут Шредер, Донателло Видение. Ну, и самое главное, что у нас тут Крэнк, Массовик, Затейник. Так, давай-ка усилим нашу команду на атаку. Нам в этом деле помогает Майки. Так, вызываем балбесов из другого измерения. Вот они упали. Слушай, неплохо бомбанули. Так, Мондогека ускоряет вражескую команду. Это понятное дело. Так, а мы с вами делаем массовую атаку. Кстати, вот у Крэнга тоже нужно прокачать вот эти вот массовые атаки. Слушай, неплохо, совсем неплохо. И нужно нам, наверное, наказать слэша. Хотя я думаю, что, наверное, Бибоб сейчас будет делать отхил. Но... нормуль. Так, этот вешает на себя иммунитет. Не знаю зачем. А этот, наверное, сейчас будет... Нет, не стал хиляться. Вот это зря, кстати. Это очень зря. Потому что сейчас мы кого-нибудь с вами шлепнем, наверное, да? Нет, Донни не осилил, к сожалению. Так, ну-ка, Майки. Нормуль. И Шредер, наверное... Нет, не добьет. Не добьет. Так, ага, решил все-таки захиляться. Но зачем? Зачем? Давай вот так вот сделаем. Хе-хе-хе. Оп, на плече такой. Типа, давай, давай. И что у нас это за баф, друзья мои? Это получается просто на атаку, да? Он бафает, ясно. Так, давай вот так вот бомбанем. Воу, еще и оглушили. Ну, слушай, Майк красавчик, да? Двоих ушатал в этом раунде. Молодец. Ну что, давайте посмотрим, куда мы с вами переместимся. Я думаю... Так, давай. Думаю, где-то позиция 20-я будет. Вау, 16-е. Так, ну я предполагаю еще один бой, и мы с вами переберемся все-таки в Лигу самураев, да? 3 звезды. Но для этого нужно подраться. И возьму я Евгения. Давай-ка, Женька, с тобой. Так, тут уже 46-й уровень, да, я смотрю. Это уже опасно на самом деле. Мне пока 45-й доступны. Слушай, я возьму, наверное, здесь для подстраховки. Знаешь кого? Могу взять Тимми. Да? Он у меня будет как провокатор. Но они его пробьют всей толпой, поэтому не будем. Возьму я лучше вот сюда Рокзара. Уж Рокзара-то они точно не пробьют. Ну, а мои ребята постараются их всех уложить. Ну, давай посмотрим. Так, ну, в первую очередь, естественно, провокацию. Не забываем, что у них есть массовые атаки. Сейчас мы Майки из космоса
применим. Так, сколько отнимет? Ну, маловато будет. Больше чем уверен, что муха будет сейчас хилять. Нет, смотри-ка, не стало. Ну что ж, давай тогда мы сделаем вот так вот. Нужно добить, друзья мои. Срочно муху добиваем. И, кстати, Рафаэля тоже нужно уничтожить, потому что у него массовая атака и довольно болючая. Если мы вот так вот когти выпустим. Отлично. И поджарочку делаем с вами. Вау, ну все, парень. Ему в любом случае конец. В любом случае, если бы даже мы сейчас не добили, его постепенный урон бы точно уничтожил. Ну что же, а мы с вами передвигаемся. Я думаю, что все-таки сейчас в Лигу Самураев 3 звезды залетим. Но, отлично. Так, и теперь нам нужно поставить цель добраться до Лиги Сёгунов. Поехали, мы будем смотреть, кто у нас здесь. Татьяна, Эмильяна и Абрахим. Или Ибрагим, точнее даже. Так, ну, возьму-ка я, пожалуй, Татьяну. Да, какой тут 45-й максимальный. Как раз под стать нам. Вот так мы с вами сделаем. Но возьму для подстраховки, пожалуй, я сюда Паукуса. Да, 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 я возьму Паукуса, потому что мне кажется, что он довольно будет эффективен здесь он со своей паутинкой. Ну, если не добьет, так уж точно покромсает. Ага, вот так вот. Давай, наверное, майки мы с вами уберем. Попробуем. Зашибись. Так, интересно, Кирби мы сможем одолеть? Давай попробуем. Может, постепеночка появится и будет хорошо. Нормуль. Так, бросаем с вами баллончик от Мондагека. Заблокирую. А, нет, заблокировали только у нашего бибопчика. Так, ну что? Кирби, наверное, все-таки пора тебе отдуплиться. Да. Сделаем так. Донателло делает массовую атаку. Но, друзья, я вам скажу одно. Они промахиваются, так что все у нас здесь будет хорошо. Давай-ка, наверное, бибопа мы с вами добьем плевком кислотным, да? Отлично. Так, теперь будем этого Донателло разбирать. Айт, не получилось, атаки с ней. Нормуль. И добиваем Донни вот таким вот ударом, попробуем. Угу, не вышло, ну ладно. Кунаичи, все хорошо. Ну-ка, посмотрим, куда мы с вами сейчас переместимся. Очень уж интересно мне посмотреть на это дело. Давай, 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 показывай. 95-я позиция была и становится 76-я. Хорошо, друзья мои. Так, Кристофер тут у нас непонятно вообще кто. И Кристина, да? Возьму я, наверное, тогда лучше. Такой довольный. Давай Кристофера возьмем. Ну, а почему бы нет? Здесь, опять же, пока еще 45-й уровень. Это очень хорошо, это очень великолепно для меня. И на этот раз я возьму сюда. Давай я возьму Армагона. Уж Армагон, если звезданет, то мало не покажется. Это уж точно. Так, и опять же, наподобие предыдущей команды, да, у нас тут, ну уж больно похоже. Давай попробуем. Вау! Я же говорил, что Армагоша нас не подведет. И добиваем. Все, это очень быстрая каточка. Самое главное, что у нас отыгрались слабенькие персонажи, и мы двигаемся с вами дальше. Так, посмотрим, куда нас переместят. На 50-ю, 57-ю, понятно. Тоже неплохо, на самом деле, и... Так, Ирина, Алексей и Данила. Придется нам взять с вами Иринку. Угу. Иринка уже, кстати, в Сёгунах находится, поэтому за нее должны дать большое количество опыта и кубков. Так, 50-й уровень здесь, да, я смотрю. Два. Это Рокстеди и Морзильная кошка. Поэтому нам нужно подготовиться получше. Возьму сюда нейтрализатора, пожалуй, и Змейка Вьюна. Вот таким вот образом пойдем. Ну, давайте, ребят, повеселимся маленечко и начнем. Ага, начнем. Начали они. Ну, тогда мы продолжим. Неплохо. Давай, Шреддер, вызывай своих клан-футовцев. Отлично. Так, что он делает? Он снимает антибаф из себя, а там же не было ничего. Так, я думаю, что мы с вами ускорим нашу команду, да, с помощью морзильной кошки. Вот так вот. И... Ага, хиляется. Твою же маковку, он хильнулся. А мы тогда еще пробафаемся, на всякий случай. Давай, Сплинтер. Так, теперь массовая атака от нейтрализатора. Минус Майки ролевой. Так, делает защиту Донателло. Ага. Понижает нам защиту и атаку, это плохо. Ну-ка, Змейковьюн, не подведи. Минус еще двое.
Сделать можно, в принципе, отхил, но я не буду делать, потому что мы, скорее всего, их разберем быстрее, чем они успеют сходить. Хотя, не знаю. Добей, пожалуйста, его. Нет, не выходит что-то, друзья, почему-то не... Вот, молодец, спринтер. Так, и попробуем добить. Хотя, вряд ли. Нет, нормуль, нейтрализатор справился. Это круто. Давайте, ребята, с вами дальше продвигаться. Посмотрим, куда нас сейчас переместят. Я хотел, конечно, попасть же в сёгуны, но... Нет, только 37-я позиция. Ладно. Здесь у нас Данг, Роман и Арсен. Ну, возьмем тогда Романа. Так уж и быть. Уже 47-й уровень здесь. Поэтому надо быть предельно осторожным. Слишком сильно, как говорится, не выеживаться. Как думаешь, Карайка, две Карайки справятся с этой командой, а? Я почему-то немного сомневаюсь. Мне кажется, что надо, наверное, вот эту Карайку убрать и поставить сюда Ваньку. Да, лучше Ванька пускай будет. У него тоже массовая атака, но у Карайки она слабее. Мне вот так кажется. Сейчас посмотрим. Ну что, кричим. Так, у него хил здесь есть? Есть. У него Эйприл находится здесь. Нам нужно, в принципе, как бы... Ладно, давай понизим, наверное, защиту. Вот таким вот образом. И уже будем дальше разбирать. Начнем. Эйприл. Ну-ка, давай проверим ее на прочность. Ай-яй-яй, она сейчас захиляет. Или не успеет. Ну-ка, король, не подведи. И он не подвел. Замечательно все. Ну и Ванька, я думаю, наверное, всех добьет. Посмотрим. Да. Я не ошибся в выборе нашей команды. А вот если бы была бы Карайка, мне кажется, мы бы не смогли добить. У нее достаточно слабый удар. Вот это вот, когда она бросает кунаи. Так, 18-я позиция. Я понимаю, нам еще один бой с вами нужно сделать, да? Для того, чтобы переместиться в сёгуны. Анастасия, Майкл и Клайд. Кого будем брать? Майкла или Клайда? Ну, я думаю, что Майкла. Потому что у него персонажи по уровню слабенькие, да? А кубки и бонусы у нас одинаковые. Так, хорошо. Беру сюда Карайку. Беру сюда Шархана, Муху, Кирби. И возьму, пожалуй-ка, Донателло пускай будет. Да, Карайка и Донателло. Плюс Шархан, у них массовые атаки. Сейчас быстренько мы сейчас, чувствую, их раскумарим. Вот смотрите, друзья. Ну согласитесь, не очень большой урон наносит она. Так, давай-ка вот так вот сделаем. Ай, красота, жалко нам добить неким. Ну-ка, Майки, иди-ка, наверное, отсюда лесом. Замечательно. Ага. А если вот так вот сделаем? Так, и остается у нас Бибоп. Так, тихо. Давай попробуем вот так вот сделать. Найс. Слушай, я, честно говоря, думал, что сейчас будет какой-нибудь фейл. Но его не произошло. Мы все-таки успели замобить. Инициатива у нас все-таки была больше, чем у них. Чем у врага. И вот мы с вами уже и в сёгунах. Да, друзья мои. Это уже, как говорится... Финишная прямая, нам осталось совсем немножко. Так, Гусь, Яна и Евгений. Ну, давай, наверное, возьмем Женьку. Женьку возьмем, тут, кстати, уже 48-й уровень. Беру нашего Усаги. Возьму сюда Тимми. Криса Брэдфорда. Ну, остальное вы сами понимаете, да? В общем, такой командой тут, конечно, любого можно разрулить. Нам главное немножечко с вами продвинуться. Завтра я поиграю, может быть, приближусь уже, как говорится, к мастеру. Хотя вряд ли нас еще за это время сбросят. Да понимаете, просто сейчас работа, я говорил вам, да, что мне осталось еще 4 смены поработать, и я пойду в отпуск. Вот. Ехать я никуда не буду, буду дома, так что видосики будут, наверное, почаще выходить. Так, ну что, друзья мои, идеальная победа, и у нас еще с вами впереди один бой. Так, куда нас переместят? 81-я позиция. Слушай, ну слабовато, конечно, это будет, на самом деле. Сергей, Дример и Фат. Серегу давай возьмем, наверное, да? Раз, два, три. И к этой всей команде я возьму двух слабачков. Вот таких вот. Главное, чтобы они не подкачали инициативу. Если у нас, ребята, будет недостаточно, они начнут первые ходить и, соответственно, будут разбирать моих... Моих слабых персонажей. Так, начнем с уклонения. Шикарно. Так, на атаку. Елки-палки, ребята, он на атаку бафается. Вот. Ну все, теперь я спокоен. У них есть массовая атака?
А, нету. Ни у кого причем. Так что сейчас мы их тут быстренько расчекрыжим. Смотри, как это будет происходить. Минус 3. Слышь, тут выделывается, естественно, ему тоже хана. Ну и Бибоп. Что он там делает? Я тебя умоляю, парень. Получи и распишись. Все, друзья. С лигой мы на сегодня закончили. Мы отыграли, ну, как сказать, всех персонажей. Конечно, не всех, но мы можем, знаете, как все сделать с вами? Можем сделать по-хитрому. Нам достаточно откатывать Леонардо, да? И, предположим, ну вот давай еще один бой сделаем, да? Вот на Лиге Самураев, вот здесь. Это выходит вот таким вот образом. Я беру Лео. И к нему, да? И к нему. Я беру вот этих вот слабачков. И теперь смотри, что у нас здесь получится. То есть Леонардо сейчас будет делать, естественно, первую свою вертушку. И эти ребята просто должны упасть. Ну, по идее, должно быть так. Проверяем. Хопа. И все, и мы получаем с вами еще кубки, соответственно, еще бонусы. И поднимаемся дальше с вами по рангу. Так, смотрим, куда нас сейчас переместят. Ну-ну-ну-ну. Вот, видишь, 48-я позиция. И таким образом я могу делать, в принципе, до 60-го уровня. Там уже есть небольшие погрешности. Там может он не добить и так далее и тому подобное. Но мы рисковать с вами не будем. Мы ее отыграли сегодня. Слава богу, неплохо. И переходим на испытание. Испытание у нас — это девичья сила. Так, тут у нас Карайка. Тут у нас Эйприл. Карайка-змея. Морзильная кошка. Вот начинается с эпизода 5-го самый смак, да, это у нас Алапекс. Потом Шинигами и Кунаичи. Так что давайте, друзья, быстренько с вами это дело проходить. Убираем это все и выставляем нашу имбовую команду. Вот так она будет выглядеть. Но я, в принципе, знаете что, если мы, если я даже раскачаю быстрее Бакстера Стокмана до 80 уровня, я думаю, что я буду заменять Зеком. Но Зек мне нравится, благодаря своей бомбочке он замедляет врагов. Это тоже есть большой плюс. Но у Бакстера Стокмана все-таки две массовые атаки. Это Маузер и Смертельная Волна. Ладно, друзья мои, поехали. Здесь, естественно, все будет начинаться с автобоя. Потому что нет смысла мне здесь, как говорится, распределять 10 уровень. Ну, вы сами все прекрасно знаете. Начнется все веселье где-то с эпизода 5-6. Да, мы с вами получим одно ДНК на Лапекса, одно ДНК на Шинигами, ну и на Кунаичи. Это вот три основные персонажа, которые мне нужны. А Карайка, Карай-змея и так далее, это все у нас уже прокачано. Так что особо зациклиться не стоит там. Так, ну что, прошли. Ладно, двигаемся с вами дальше. Тут, естественно, на 3 звезды. И мы с вами продвигаемся далее. Так. Так, ну что, ДНК на Карайку взяли. Естественно, это все будет у нас потом идти на разборку, да, на наши сюрикены. А сюрикены — это наша местная валюта, за которую мы с вами приобретаем ДНК на наших персонажей. Так, бомбим. И, кстати, недавно подписчик один написал мне, да, что сын у него разбил телефон, и он не может восстановить данные от игры. Ну, естественно, от нашей, от Черепашек из Легенды. Я ему написал, что восстановить данные, конечно же, можно, но при условии том, что если вы зарегистрировались в Фейсбуке. Я думаю, что многие, наверное, знают, как это делается. Если нет, сейчас я вам, ребята, покажу, какой именно опции это все делается. На будущее вам, если кто еще этого не сделал, то, пожалуйста, сделайте. Так, давай, для начала мы с вами должны зайти вот сюда, где ваш никнейм, да? После этого вы видите вот такое вот информация, спрос поддержки. Короче, вот здесь вот будет зарегистрироваться. Вот здесь вот, на Фейсбуке. Вы кликаете, вводите свои данные. Но главное, чтобы у вас, естественно, был аккаунт на Фейсбуке, да? Кликайте, вставите все свои данные и все, и регистрируйтесь. После этого, друзья мои, после вот этого, как у нас все это будет сделано, вы можете играть что на эмуляторе, что на мобильном телефоне, что на другом мобильном телефоне. Главное, вы регистрируетесь, заходите в Черепашки-ниндзя, да, под своим никнеймом из Фейсбука, и ваши данные все сохраняете. Вот так вот, друзья. Если вы этого еще не сделали, обязательно сделайте, чтобы не потерять все свои данные. Надеюсь, я вам в легкой форме это все объяснил. Так, ну а мы продолжаем дальше испытание девичья сила. Так, у нас третий эпизод, да, здесь у нас змея-карай. В принципе, для меня это шелуха, да и для вас, наверное, я думаю, тоже. Три волны, так что быстренько с ними сейчас мы справимся. Бомбанули.
Шикарненько. Двигаемся дальше. Так, ну что, да тут даже думать нечем. Друзья мои, ну, сами понимаете, 30 уровень. 30-й, а у нас минималка это 80-й. Нет, минималка у нас на самом деле 77-й. Кстати, да, Зека можно было бы прокачать до 80-го, но я пока в этом не вижу смысла. Хотя он, по большому счету, присутствует у нас в большинстве боях. Да, как бы не стоит его игнорировать. Ну, мне кажется, просто если ты его будешь прокачивать, от этого никакого толка все равно не будет. Он как был ватным, так ватным и останется. Так, ну что, друзья мои, эпизод 4. Здесь у нас морозильная кошка, опять же, она нам не нужна. Мне нужна Лапекс, Шинигами и Кунаичи. Так что здесь пока все на изи. 40 уровень. Сколько тут? 3 волны. А, тут уже 4, но это для нас, как понимаете, ерунда. Мы это пройдем все легко, довольно и просто. Так, отлично. Переходим на третью. Переходим с вами на третью волну и начинаем дальше бомбить. Так, ага, смотри-ка, Лапекс с одного удара не положили. Также и Шинигами живет. Ладно, Кунаичи. Ну, правильно, тут сам Лео бомбанул. Ну, давай, давай, давай. Так, подожди, а тут босс есть, нету? Ага, тут есть босс. Ну, вы помните, да? Это у нас Крэнк в таком вот дроне, да, который трансформируется. Ладно, давай попробуем. А что пробовать-то? Сейчас с двух ударов мы его разнесем. Да. Легко и просто все на самом деле. Меня знаете, что удивило в мультике про черепашек Ниндзя Легенды? Какой черепашки Ниндзя Легенды? Ну, вы поняли, да? В этом мультике меня удивило одно. Они когда убивали вот этих всех дронов, да? Киборгов, роботов, в которых сидели вот эти мелкие крэнги. Почему они крэнгов самих не уничтожали, а давали им возможность сбежать? Вот для меня это лично было непонятно. Так, ну что, эпизод 5, погнали, друзья, погнали. А тут 55 уровень, все в платинуме, да? Так что сейчас будет напряженно маленечко. Ну, маленечко, потому что уровень-то всего лишь 50-й. Естественно, мои ребята тут всех будут кромсать. Немножко застопоримся уже, когда дойдем до основных персонажей. Но с этими, как вы видите, вообще никаких проблем, просто с удара. Ну, Майки, ага, молодец, красавчик. Так, Зек, вот о чем я вам и говорил, что Зек, сколько его не прокачивай, все равно слабоватый. Не мог он добить 50 уровень этой мутант-белки. Делайте выводы. В принципе, Майки тоже слабоват, но у него есть возможность ударить два раза. Да, пускай шанс маленький, но он все-таки есть. Так, минус гриб. Так, бомбочки эти, да, дымовые. Все. И переходим на последнюю, четвертую волну. Здесь у нас, ну, сами видите кто. Вся та же самая команда. Шинигами, Алапекс, морозильная кошка. Единственное, что Кунаичи, по-моему, не было, да? Так, ну. Вот, ну, ну что, ну, Зек, ну, господи, ну почему ты не можешь добить? У тебя какой-то слабенький удар, я не понимаю. Нет, он, конечно, меткость понижает. Это тоже хорошо, но было бы эффективнее, если бы он смог добить. Так, упс. Ага. И добили, шикарно. Так, друзья, ну что, ДНК на Алапекс мы с вами забираем. И потом у нас будет ДНК на Шинигами. Да-да-да. Хорошо, лисичка в кармане. Так, Шинигами, поехали, друзья. 65 уровень, здесь у нас, по ходу дела, еще будет босс. Ну, вот. Для нас босс это ерунда на самом деле. Так, какой левел? 60-й. Я также, друзья, да, по-моему, мы все это испытание можем пройти на автобое, если честно. Даже не парясь. Хотя, сейчас посмотрим. Ну, видите, да, они промахиваются. Мы урона с вами не получаем. Зачем? Ну, зачем ты вот это сделал? Ну, железная голова, ну, зачем? Ну, взял массовую атаку, потратил на одного вот этого вот киборга. Зачем? Не понимаю. Так, что ты там делаешь? Оскорбление он сделал. Так, заблокировал, да? Ты посмотри-ка на этого мелкого хламона. Да хорош ты своей буякашей заниматься тут. Ага. Понизили скорость. Добил, Зек. Переходим на третью волну. И здесь у нас стрелозады. Ну, эти ребята, сами знаете, они ватные. Тут даже Майки их с удара, ну, сносит. Так, бомбанули. Ага. Зато железная голова почему-то не смог. Ну, видимо, по цвету не подошел он ему. Все, и у нас предпоследняя волна. Это четвертая. Ну, здесь как обычно, да. Вот здесь уже есть Кунаичи, да.
Куноичи. Так, Шинигами, в принципе, они могли бы ее не трогать, она бы сама отдуплилась. Так, у Алапекс тоже есть, да, двойная атака. Зачем ты это делаешь, Лео? Зачем ты это сейчас сделал? Господи, я не понимаю. Автобой иногда просто так тупит. Нет, надо, по-моему, переключаться, друзья. Я уже просто боюсь за Зека. Я боюсь, как бы он не бомбанул Босяра. Вот, а он может. Он может. А мне бы не хотелось. Так, ну хорош, хорош уже любоваться на меня. Давай трансформируйся и быстренько получай от нас звездюлей. Так, поехали. На. Дальше что нам? Давай заблокируем, попробуем. Хорошечно. Дальше. Уклонение вешаем. Нормулька. Ага, не тут-то было, да, парень? Не тут-то было. Ну что, еще пару ударов. Да, один удар и все, и он рассыпется. Изи каточка, друзья мои, изи. Ну что, Крэнк, да выеживался. Так, ну а мы с вами переходим к последней заключительной битве на сегодня. Давай-давай, не томи меня, пожалуйста. Ага, Шинигами мы заработали, это очень круто. И переходим на эпизод 7, где у нас будет Куноичи. Здесь 70 уровень. 70-75 даже. Но сами должны понимать, что все здесь будет легко и просто. Поехали, стрелозадики, да, 70 уровня. Бомбочку я, наверное, не буду пока бросать. Будем своими силенками здесь справляться. Так, естественно, они сейчас будут все бомбить Зека, потому что Зек у нас тут слабое звено получается, да, в этой команде. Почему слабое звено? Потому что он по уровню самый слабенький. Так, ну-ка. Молодец, красавчик, добил. Опс, не смогли почему-то, да, прожать. Ладно, тут сколько у нас? 5 волн? 5. Мы переходим только на вторую. Ой, эти нубасы. Давай уклонение поставим, бог с ним. Оно как раз к последней катке у нас откатится. Так, не смогли, не смогли. Можно давай бомбочку бросим. Добьем, так сказать. Третья волна, и здесь училки. Угу. Можно вертушку сделать на самом деле, но пока не будем. Пока будем так вот своими силами их разбирать. Хотя у них массовые атаки эти противные. Ты дичь. Вот когда Зек бомбит из пальца, да, своим вот этой штукой, это вообще великолепно. Так, не добил Рафик. Зек что-то там себя чувствует не очень хорошо. У него уже четверть хп отнято. Это мне невыгодно, друзья. Так, добей ее, пожалуйста, отлично. Надо будет, наверное, хиляться нам. Как думаешь? Опасно уже все-таки. Ты посмотри, а? Сколько отнимает здоровье вот эта вот массовая атака училки. Надо захил сейчас сделать обязательно. Захил, отхил. Так, провокацию. Берем провокацию на Рафаэля. Угу. И теперь хиляемся. Ну-ка, нормуль, нормуль. Так, а вторую провокацию мы с вами оставим. Это у нас на железноголовом. Она нам еще пригодится. Так, оп, эть. Что ты будешь делать? Так, тут у них два хилера, да? Морзильная кошка тоже хилит. Ну-ну-ну-ну, успокойся, Алапекс. Успокойся, радость. Да ладно, еще и копьишком. Еще и постепенный урон повесила. Они оборзели ли вы все? Так, это плохой удар. Ты посмотри, что они сделали, а? Запретили мне исцеление, да, делать? Плюс, да еще и комочком, еще и оглушили. Да, слушай-ка. А ну-ка давай Карайку, наверное, попробуем наказать. Угу, не получилось. А если так? Да ладно, тебе даже добить не смог. Все, включаем массовую атаку. Я не буду это больше терпеть. Вот так вот. И переходим с вами на последнюю пятую волну. Надеюсь, у нас получится здесь побить, как говорится, этого Крэнга, не потеряв ни одного из наших персонажей. А ну-ка, рискнем. Я, наверное, возьму провокацию на железную голову. Хотя у них здесь, у обоих пока она будет висеть. Также делаем уклонение. А, вот так. И начинаем бомбить. Пумс. Половину хп отнял сразу же. Так, тихо-тихо-тихо, не выезжайся. Давай вот этот пробивающий удар. Ай, красота ты моя ненаглядная, Лео. Молодец, круто, круто сделал. Просто пробил эту, как это, трансформер этот. Ну что же, можно сказать, что на сегодня серия удалась. Мы с вами заработали все осколки на моих любимых персонажей. Да?
Здесь, естественно, мы все это дело разбираем, меняем на сюрикены. Должно быть приличное количество персонажей. Так, здесь 70, здесь 70, так. Вот тут разбираем, тут 35 всего лишь, ладно, не беда. Так, морозильная кошка, давай тоже разбирать. Так, Ухана, 35. Так, Эйприл, давай-давай, не жмотьтесь. И все, да, друзья, получается? Угу. Супер Шреддеру мы можем какой-то навык. Нет, не навык, мы можем просто поднять ему уровень. До полтинничка, я думаю, его нужно будет прокачать полюбаську. А лучше по максималке, сколько возможно. Так, ну что, друзья, по-моему, и все, да? А нет, у Армагошки еще тут есть. И не только у Армагошки, и у Макмана. Вот так вот. А теперь все. Ну что ж, друзья мои, на этой ноте мы с вами будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачки вам!